Нет, у меня есть плечо в банке. У меня есть шапка, две шапки. Че, вижу. Ты только что кинул или до этого? Войт, можешь из своей ячейки дать чарки, ой, дать реги энчант, я тебе верну. Надо... На... Ты танчишь? Ну, про протеусы зачарить. Но это погодя, ладно. Нельзя. А чё, ты будешь людей еще искать? Добор в гильдию и 16.00 РТ, либо 12. Да, статик отдельный. У нас час ночи, блять. Еще можно посидеть часа два. А ОС и ОК отменяется ли будет? Ока 25 закрыли КД, ты в это веришь? А ОС. Тут титановый сейф, магия. Да там одна хуйня. В базе чек не нахуй. Надо. Ой, мне паны. Часто. С одной штучки? Да, это трэш приводит. Не знаю. Босса сюда, да? Это, кажется, Лока объект. Трэш привел снизу. Я просто пытался его хилить, но не видела, а он сдох. Бля, при чем тут титановая руда? Данил, говори, что там есть титановый этот ящик, сундук. Смотри. Не
Нет, его Пет просто путешествует по Наксу, как хочет. И трэш агрит. Я только сейчас заметил, что у нас Хант, сука, лис. И не очень волк, сука, волк. Для... Это даже хорошо получилось. Тоже аддоны блокируют. Отключить просто, да, либо подключить. Бля, кольцо, конечно, хорошее, это падает квартала. Угу. Ну, два кольца всего силой. Одно с десятки, другое с 25-ки. Все, выбор небольшой. Третий за репу. Киринтон. Ну там хоть нормальный плащ уже появится. А то в игре только один плащ, 200-й. Нормальный. А пояс там классный, козырный, да? Нужно рецептик. Рецептик. Так в 25-ке нету кристаллов, их нет. Убивается антами. Ну, можно просто перепризвать его, когда... БРБР его! Может, Геру? Ешь, собирай.
Оба приста на куклах, братан. Забираете агро же. Только агро прожму, сразу кто-то нажимает агро второе. Рассинхрон. Нет. Или нет геймплея, можно так сказать. С радостью. Август, давай ЕП. Да это шутка была, ладно, чё ты. Алим. Не-не-не, сова нужна перед ультой. Кто в комнату-то будет ходить, дарфол давать, хилиться? Кадыров протомага. Знаешь, что приятно, пока в рейдах, пока вары не дамажат, нету такого стакай раскол ты, нет стакай ты, вот начинается, блядь. Это такая боль с расколами. Я случайно не успел нажать, а он МТ, понял. Я 10% хотел. Да не, я все равно 10% тыкаю, блять, хуйня. О, у меня энфижу. Это что ты говоришь? У меня второй успех, да?
Я и 50% нажал, я же не нажал на 100%. Тут косты надо кидать, сало кони, кони дают сало. Удушение. И я. Слова. Август, я тут с тобой нахожусь? Или мне туда идти, все? Что-то у нас здесь мало. Нет, я бегала бафать. Там 3 минуты каски. Турнамент, как ты его ник читаешь? Турнамент. Я просто что-то вылетело, я не слышу. Лево, право. Я просто никого не слышал, тишина была. Да, я перезапустил канал.
Опиши свою погибель. Вам никогда не понять, сколь велика сила, потревоженная вами. Сражались отчаянно, чтобы... Не, тут танчу я. Приоритет всегда мобы с меньшим хп. Я была на другой стороне. Да-да, мы все сдохли. Я тоже рядом был. Лок в смысле поймал ошибку, перезахожу. Обратно. Верно. Какой у меня портал здесь стоит? Что-то подъем, а потом говорите, кого поднять. Базуки, кого ошибка.
Захилимся. Это исконить. Ты можешь, чтобы поле было чисто. Так отпустить по пивски хорошего приложения и отличить им от головы. Да. Да, если МС. Дал. У нас гости. Чё, кто там? Это боя. Бегите, пока не поздно. Ну что ж, Зелик, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. Хватит болтать! Готовьтесь! Надеюсь, они проживут достаточно долго, чтобы я успела представиться. Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Хорош скулить! Заткнитесь, пока я не разозлился! Не расточайте свой гнев попусту! Взращивайте ярость! Скоро вы сможете дать им выход! Ищи тогда нового хулипала, Ги. Не, его просто попросили не камнуть. Не, что-то со стороны видишь, меня попросили линкануть, что у меня за наручи. Потому что 300 ТД мне не нужно. Просто он считает 200 лучше.
213. Он, наверное, считает, что дух бастард. Но это его дело. Не, если они не будут мешать мейнам, допустим, чел одевает мейн ДДС. Ну так пусть ролят. Где такого точно не будет, я уверен. А там еще на хило же было, что шло, что ли? Это не весь. Там было вот три хода. Вот, молодец. Ну там босс остается, когда ему разную урону не Извиняюсь, талисман чей? Пока ничего. Лаг.
Слава, сорян, я прослушала. Где я стою? А, спасибо. Слава. Я с Протеусом. WhatsApp. Кто на ромбе? Где я, где я? Там Роланда забрала шапку. А чё по тактике? А, Геру на печеньку? Геру на печеньку? Идите,
Может, Геру на нем? Уже отдали Геру. Протеуса хила дайте или кто там хилит? Твоя жизнь принадлежит мне. Протеус сейчас умрет. Прости меня. Протеус умер. Косты кикайте, да? Чё не кикайте? Я вставала. Косты покикайте на блок. Рэнс нужно держать на зелике. Кто следующий? Твоя жизнь принадлежит мне. Почему они меня пиздят? Где у нас танки? Твоя жизнь прости принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Там лаг всех шо там. Ну все стояли, все было нормально, тут прыгает лаг, бабах и все. Я же отошел. Твоя жизнь принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Ну ты три каста сбил. Я, короче, здесь и сижу, я сама с собой болтаю. Отойдите, там гнев небес вас сейчас ударит. Сижу, смотрю, хоп, все сдохли. Такая, что происходит? А у меня микро выключен. Ай. Твоя жизнь принадлежит мне.
знаю. Бля, ну хоть убили. Я еще говорю, WhatsApp ресните, пожалуйста, у меня 7 стаков, пожалуйста, ресните WhatsApp, вот сижу вот так вот, бла-бла-бла, а в итоге никто меня не слышит. Да и вздыхаете что-то, сами по себе. Я устал от этих игр. Я не понял, как я все, блядь, убил, я же не стак скидывал, сразу перебегал. На трансфер. На холле креста, мне кажется, без пуха, если дух не собирать. Не-не-не, это я промазал, хотел пас нажать, короче, думаю, ладно, там все равно кому-нибудь полипас он нужен. Ну, давай его, ну, нет, не хочу его. Реснишь, а то я не знаю, там есть на выходе алики, нету их, блядь, все хуй забили, съебались. Народ, стоит Дживс, если кто-то попозже попросит ремонт. Не достаю, слишком далеко. Моб прибежал. Может, посеряете гарму? Ой, еще посеряю. Да я что-то засыпаю. Кстати, это мой первый рейд, где было больше, чем 3 варианта. Дощечки кушаем вон. Теряйте гору. Ну, твинка делает пала. Там два.
А что, у тебя в рейдах кто-то да получит ДП? Сейчас смотрю, ты добрее стал. Ну, потихоньку одеваю. Где моя пуха на БДК? Вот-вот. Я ширяю правую. Левую. Он не видится. Охо. Да-да-да. В 11 классе читали, что за там. Только не эта книга. Ой, блин, сейчас. Да. Ну, он по крайней мере был. Сейчас, блин. Вот комедиант выпустил этот обзор на непосредственно Каха. Вот это вот весело посмотреть. Там... Блин, название стало.
можно меня не ставить на сферы, Гриб? Я подамажу. Ну, если танки словят дебаф, то пизда твоему агрону. Жди, рейд. Ну, не все играют так, как ты. Нет, нет, нет. Там нет, там. Как раз от хилов. Если хилы понимают, что. Там, короче, аура каждые 2. На 17. Всего окно 3 секунды. Такое ощущение, что ребята думают, что мы до этого в гильдии вообще ничего не делали. И мы первый раз в НАК пришли и вообще я не видели. Я видел таких челов, которые хилили на ауре, делись по мане, блядь. Это так было смешно. Вот, ты что, себе башмаки забрал ватные? Ну, я вот смотрю. Нет. Мне просто 226, но эти дают крит. И хасты мне добавятся. Если ткань никому не нужна, буду очень рад забрать ее. На мейн спек. Это кто? Лак. Тут на хила же. Ну, если никому не надо. По статам просто офигенно заходит. Вот, дай, пожалуйста, абсолютно худшую штучку. Я верну в гильбанк. Абсолютную пыль 5 штучек. Ой, 6. Перчатки также, если никому не нужны, рад буду забрать. Да-да, так же. Ну, дух есть, если никому не нужно. А, ну все, если нет, нет, да-да. Я рад только. Все, я уже взяла. Всем спасибо, кто предлагал. А, это был я. Не-не-не, продавая наш план. Не-не-не.
Нет, боишь был на аукцион. Ты всю группу сейчас поставь на трэш. Ну тут это все животные, на ней гнев небесный работает. Именно в этом коридоре. Нет, не все. Кроме вот этого вот хуйни, которой много хп. Ой, смази, прости. Смази. Можно лес? Рисую, рисую. Спасибо. Я помню в РСке, че там РЛ говорил, Матуми истерию не даем, иначе он мертвый будет, да, с пула. Не-не, другие. ПВ-дракон был, помнишь, на аликах? Вот он говорил, я когда в его рейдах был, говорит, у Матуми истерию не даем. Это давно уже, наверное. Как на этом дырку ли ловить них уже, все заебало. Он что-то мол. Метки не забудь подальше поставить, а то они от АОЕ босса сдохнут. Братцы, сделайте фулл рыбов, пожалуйста. Сейчас. Я так понимаю, раз они так близко, значит в них можно вставать, да? Ровно в метки. И вот внизу будешь бить этого босса? Нахуя? Можно его накрыть на платформы, милики в самой жопе в стенке, а потом там до переходки. Ну, до них не должно доставать, мы так убиваем. Значит, ты не так стоял, либо просто не так поставил там. Босс, скорее всего, криво стоял. Там единственное только для рок и друидов котов. Хреново, они спину бить не могут. Да, а тактика
охуенная на самом деле. Не надо бегать, перемещаться по этой всей. Ты знаешь главный плюс босса, что на нем нет берсы, что даже если РДД будет пока стоять, вообще похуй, проще. Особенно когда хилы кастуют 10 секунд одну захилку, вообще охуенная тема. Там хватает места, просто надо пулить четко и все. Показать. Тебе сказали, как надо сделать, сделай как просят. Я для Рэла говорю, не для тебя. Давайте жить дружно и бегать вместе друг за дружкой. Вот слышали, как девушка сказала, давай с каким интонацией, короче. Она хочет видеть вашу кровь. Да. А чё трусы так близко? Ой, а кто танчит? Да пох. А чё все оттуда забегают, а я отсюда? Геро, Геро. А, тотем очищения. В уголок там встаньте и... Норм. Подходим на край. Спускать. Босса не бегайте. Он уезжает. Вроде стоял с вами, меня убил. Mm.
Бам. Кадейнер. Войт. Прот. Либо сами себя хините. Меня так же, как Олимпа сейчас убила, так же. Ой, я раньше тоже так говорила. Вот сейчас научилась бегать и как бы все нам. Я тоже ныла, я вообще не хотела в этот рейд ходить. Вот не поверишь, я тоже думала, я бегаю со всеми, но потом поняла, как лужи разливаются. Я могу после рейда объяснить. Просто, ну... Я вот это вообще не понимаю, они просто по очереди идут или чё, блядь? Понятно. Я по этой ротации вообще не бил. Ни разу. В жизни. Ну я на перебежке умер, смотри, я... Короче, вот где печеньку ты ставишь, вы стоите чуть-чуть дальше, вас не задевает. Я на том же месте стою, но тут ебаная расщелина, вот тут труп Олимпа, мой труп. Вот эта расщелина дальше, короче, бьет. Вот в чем проблема. Да, 8 метров она бьет. Смози вообще в печеньке труп. Потому что это расщелина ебаная. Надо дальше просто бегать, вот все. Куда вы? Снимите себя сами. Он когда кастует, наносит урон. Как-то там Не, ну вот эта страта меня бесила. Это запрос. Я поняла. Забери, забери. Я не успеваю дисплейти хилить. А Геру дайте Пашу. Чё-то добивайся. Тент остался.
процент. Блин, мы герои. Кто остался, докиньте нам НИП. Да я не упала ни разу, понимаешь? Помнишь первый рейд? Я просто психовала. Лесу. Первую пати. Во, я же говорил, посох упадет, он упал. Да не, тебе не нужен, по-любому не нужен. Да стопудово не нужен, зачем он тебе? Да все критический удар, там же... Давайте в следующий раз пробнем два хила. Этот, если кому-то надо на распил, то я очень бы рад, если вы мне отдадите их. Тапки на этот, на ткань, на эту, на второй спек. Ты кто? Лак. Лак. Ну давай. Шаман, там тебя глазик бьет. А, у Лока. А. Ну давай тогда слов. Настя, ты мне сейчас отдашь или потом? Давай сейчас. Сейчас хилить нечего. Так, это оно, я где лак? Прыгаю. Во время. Кидываю ему на оф. Спасибо большое. Эти 3 минуты вот этого осталось. И этого. Может, надо кому? Ну и вот это 35 минут. Слова. Слав, ты слышишь меня? Это. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. Почему... Здесь существует система ЕПГП. Да. Чел, вот скажи мне одну вещь, одну. Зачем я хожу и пытаюсь, ну, типа, вот шмотку найти себе и выбить ее? Если можно стать пугом, зайти в рейд к тебе и забрать ее за даром, просто заролив. Давай я у тебя еще годика 3 посижу,
и залутаю вот это тело, да? У тебя такое в плане? Займись добором в ки. Займись добором в ки, и у нас не будет пугов. При чем тут добор? Чел, если я сижу в рейде какой-то уже месяц, второй, третий, неважно. Столько КД я сижу, я не ролю, потому что, ну, мне шмотка не падает. И у меня копится ЕП. А, уже об этом идет речь, да? Август, это ты? Извини, ты видишь, что люди с нами, у нас не хватает своих людей, ты мне сейчас. Не, какого хера ваш гильдейский хант мой посох сролил, я понять не могу. Я пук, я иду, у меня приоритет. По такой, это же такая логика получается, братан. Да я угораю. Че из-за вещи просто смешно. Да, реально смешно, братан. Кстати, в Ералаш записать сюжет. Чел, не говори, ты, пожалуйста. Братан, мне твое мнение не интересно. Не интересно. Ну так ты свое тогда засунь подальше. Во-во-во, народ, давайте мы все успокоимся, закончим рейд, а потом побазарим, пообсираем друг друга. Дайте мне админку, я просто замутаю нахуй всех и все, блядь, и забью. А потом размутаю и поговорите. Бафните каску нормальную, пожалуйста. По шаманам. Пусть он отойдет в сторону и агрит просто, по-моему, скажешь, и все. Огурцы возьмите у кого нет.
бафните, пожалуйста, маги. Становимся в кучу, чтобы легче было закидывать. Не добивайте возле танка, вы... Меня уже захуярило, ну как, секунд 10-15. Дайте бы я...
Я раньше давал, потому что там жопа была. Это же боешка. Ребята, могу сапоги, пароль, из боешки, я при вас их одену. Турнамент. Ну, блядь, вот как раз таки не заебись. Купи их у нас. От башки бы не отказался бы, если никому не надо. Лак. Лак, я не пойму. Может быть, ты там тайно все на распыл кидаешь? Не, не, реально. Честно, у меня сами мой шлем. Блин, не помню. А что там не дополнительно? Не, плечи на, блин, 213. Слава, за что ты мне накинул 3 ГП? Ты мне уже накидывал. Ты мне за запястье накидывал. И вас уже вставил. Дайте мне портал доллара, я пойду спать. Я говорю, тебя ты чекал мой допуск?
На ФДК. Да, только меня крит никак не апает, у меня есть машина для убийства. Она меня не апает крит, так как Фаера, к примеру. Который умер, да? Который лежал в грязи. Ну, согласитесь, для ФДК это жесткий ПС. Вообще жесткий. Где рыба? Все увидел. Дайте МП5, пока он там. WhatsApp МП5 не забудь. Вэд, где плечи? А, вот все, все. Так я тут. Так, Лак, бегом. Турнамент. Все, стоять. Так, скоро взлетка. Задот эти все дела. Перед мордой не становись, дыхнет, сдохнешь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. И далеко не становись. Ой-ой-ой. Покажи. Вот у тебя 4 часа ночи, тебе кажется. Ну ладно.
Ой, WhatsApp. Лака не вижу. Ой, Протеуса, Бер. Все с танком? Танки проебали, да? Так, быстрее резайте, пока я танчу. Быстрее! Заберите с меня! Уху. Он опять умер, да? Нет. Просто не бейте пока что. БР есть? После звёздки. Да. Вот. Поднимаю. Кадыра подними. Креветка. Да. А я тебе говорил, Кадыра поднимаю. Десять минут. Молчание, знак согласия. Нет мозга, далеко. Ты где? Кивана что-то падает. Забыл бы все. Чё по двери? Нет, у него КД 7 минут. У него КД на Б. Ой, Олимп. Всех четверых ПД. А вот им дальше. Лак сам себя хил. Да. Лифтик. Поднимай, Олимп. А Гера-то что, мне нужна? Гера не нужна? Да, наверное, нет уже. У меня. Не, на всякий случай. После взлетки Геру дайте, как-то надейте его нахуй. Хорошо. Успею, должен. Успел. Геру, ебашь ты, чё, блядь? Нет. Семнадцать процентов. Бум. Войд. Три 500 маны. Добьете.
Нету. Там... Палец заебись. Палец. Ключ ноль? Ключ ноль? У меня. Нет? Обычно. Сейчас я линкану, что падает. Да, резнуть. Резнуть. Я ключ в туалет. Просто ранжу держать и все. Там урон заходит, когда глыба появляется. Дайте либо. Ты не туда дал. Ты мне отдал. Где она? Ликс, короче, да. Ликс! Дайте рибаф по магам. Лапку, МП5, лапку. Петов на посильке себе поставить своих. Дайте им попять. Помогам. Он дам им попять тоже.
Я лучше. А кто трэш танчит? Ну, я лучше вот спекался. Высылаем спек. Вам все добивает. Рынзу набрали. Частицу повесь. Все сбивать, не сбивать. Сап, вынес кучу. Забери, забери. Сейчас Кадыров сальву кинул. На контроль. Там. Все, я поставил глыбе. Дайте мне там входе контроль. Зачем ты подходишь ко мне?
Смузи сразу. Танк, да. Сейчас пинг-понг будем с баном играть. Забирай с меня. Его просто съедает в момент, я тебе отвечаю. Мелики. Мелики. Он блинком. Лужа. Есть гимн на ману? Всем спасибо, удачи. Тебе спасибо. Ой, ты ж не гулю. Почему ГП? Ты не тому отдал кинжал, ты магу отдал. У него отними. Меня. Креветки.
Ребят, можете подсказать, вот если я иду в данж там на 10-рых, то я потом на 25 не смогу этот же данж на этой неделе. То есть мне надо выбирать. Почему я должен идти к Владу в гильдию? Ну что, у Влада только гильдия, только у Влада в 9? Я пока что ничего не собираюсь. Я здесь сижу. Ну, я тебя просил тапки на хосту. Ну, начисли мне ГП. У него БПР снизился и креветочка. Ну, тапки с кого упали? С какого босса? Ладхип. А мы сейчас на Келпу зайдем. Логично, если бы ты с Ладхиба ему дал бы их? Получается, если ты их сейчас кинешь, их креветка забирает тогда. Так, в смысле, если тебе не нужны тапки, не роли, голову, апусту и вот все, блядь. Тим, в чем вопрос, блядь? У них же часовой пояс другой. Им, они сказали, максимум 2 часа еще просидим. Да, в начале рейда еще говорили. Ну, где-то так. Часов 9. Вы на сколько человек собираетесь? 25. Я могу или хантом, или палом. Мне без разницы. Сейчас, подожди, мы еще не факт, что пойдем, я не знаю. Вряд ли без нашей пойдем. Честно, не знаю. А я пока сам еще в данже.
это завтра, да. Так во сколько-то я работаю. Кто устал-то, кто устал? Четыре слота же не хватает. Нет. Еще часа осталось 25, пожалуйста. Часа 25. Слава, завтра суббота. В 18.00 поставилась аудио. Да-да-да, смешалось. Да, я здесь сижу, в фонтане. А может быть 7.30 как-то, я не знаю. Ну, мне не принципиально, конечно. Мне вообще уже шмотки нужны. Просто хочу тоже попасть. Все плохо. Нету. Воскресенье я не смогу, Лак. Я на работе. Вообще фигня, две шмотки упало. А, ну это может быть на 10. Не, я сам дома не